Друзья, привет! Меня все еще зовут Князев Стас, и мы находимся в моем любимом городе Нахабино. Хотелось как-то начать так, типа, классно, ну, выбрать хорошее местечко, чтобы и сугробы лег, типа, сугробы зима была, и родные помойки не убранные. У нас же идет сейчас, как мусор, когда раскидывают, фасуют мусор, и говорят, что эта программа вроде как работает, но клево, когда они из всех этих баков выкидывают в одну общую машину и куда-то везут. Обычно чаще всего куда-то в лес, в Нахабино. Я тут видел очень много куч, как-нибудь, наверное, мы на эту тему еще поговорим. Но мы хотели здесь начать видос, но увидели намного круче место, которое хочу вам показать. Я обожаю просто этот район, погнали. Можешь их прям не выключать, только не развались. Короче, шоу Щербак. Леха, во-первых, очень плохо у нас с оборудованием работает. Старайся максимально ее не трясти, Леха, руками, когда ты делаешь шаги. Я смотрю и не верю своим глазам. В Нахабино люди начали... Я в белом квадратике, да, Леха? Я проверяю просто нашего оператора. Люди начали доверять другим людьми. Знаете, как в Америке все говорят, вот, мы там в домах даже двери свои не закрываем. Хотя я этому не очень, правда, верю. Но, Лех, прибейся вон ту штуку. Видите этот пуфик для катания? Не помню, как он называется. Ватрушка. И я думаю, нифига, блин, а как не украли-то? А там, посмотрите, там камеры охраняют эту штуку. Причем там, по-моему, не одна, а две. Одна, наверное, дневная, другая ночного вида. Вот оно, доверие по-русски. Идем с Лехой по Нахабино, думаю, какие-то классные места поснимать сейчас, тем более солнышко, уже скоро весна, последний месяц зимы. И понимаю, что, блин, а куда идти в Нахабино? Ну, тут тупо, некуда, здесь нечего смотреть, нечего делать. Здесь даже заведений, по-моему, ни одного не осталось. Одно какое-то там работает, зачахло, и то там постоянные махачи и драки. Это наш спортбар великий и могучий. Сейчас гоняем, короче, на парк, посмотрим, как там себя чувствует новый парк, который отбабахала наша администрация. Заценим его, что они там сделали интересно, посмотрим, как резвятся детишки. Погнали. Сейчас идем вот тоже по району, пока до машинки, чтобы поехать в парк. И понимаю, блин, на самом деле, вот, ну, последний месяц зимы, это уже, конечно, практически весна, но судя по тому, какое сейчас солнце, и потому, какой сейчас везде, как бы, начинается вот эта слякоть, какашки. Но, как знаете, песня там «Запахло весной», такого еще нету совсем. То есть, ну, реально зима, но с таким солнцем офигенно. И знаете, что заметил? Под окнами очень много говна. То есть люди, они же, ну, нехорошие. Я сам, блин, помню, когда был юн, вот это вот мусор в окошко. Не очень хорошая идея, поэтому очень часто получал за это от мамы. А вон нам, Лех, видно, молочко кто-то попил вкусное, наверное. Вот. Короче, я понимаю, ну, все мы люди и все мы свиньи, на самом деле. Но не делайте так. Я это с возрастом так понял. Не свинячьте. Ну что, мы добрались до Парковой. Наш новый парк, собственно. Площадка. Честно говоря, я здесь был уже зимой. А у меня вообще к площадкам в Нахабино отдельные разговоры. Есть прям отдельный видос, я записывал в том году. Вот по ссылочке там в каком-то боку вылезет сейчас подсказка. Можете перейти посмотреть. Там я рассказываю про то, какая может быть площадка идеальной просто для взрослых и, ну, и подростков, наверное, тоже. Но здесь, я так понял, хотели объединить сразу несколько вещей. То есть спортивная площадка для взрослых. Ну, правда, непонятно. Ну, по такому канату максимум только дети будут лазить. Но, собственно, есть брусья. В целом выглядит достойно. Единственное, непонятно, помещусь ли я тут. Вообще помещаюсь. Блин, я после болезни, мне тяжело делать, ничего не буду. Я за 2 месяца заболел 2 раза коронавирусом. Так что мне простительно. Мне нравится, как это сделано в плане цветовой гаммы, то есть дерево, металл, смотрится клево. И, по крайней мере, на районе у нас Нахабино я больше такого не видел.
Вот. Лавки для качания пресса. Ну и, собственно, наши любимые – это тренажеры, которые бесполезны, которые просто кушают денежки бюджета. И, наверное, для картинки и фотографии, для отчетности они что-то значат. То есть вот эти вот красивые все штуки, гуси-лебеди, я не знаю, бляха-муха, что это? Но как бы передать вам, какие мышцы сейчас работают? Мышцы головы, наверное, чтобы понять, нахрена вот этот тренажер. Мне вот очень интересно людей, которые делают заказ и устанавливают это, вот, чтобы они пришли прямо и объяснили, как и для чего, и для кого это должно работать. Я считаю, что пока что это не работает. Вот. Ну, короче, дальше можно каждый из этих тренажеров нормально обосрать, все и так знают. Это абсолютно бесполезная история. Но клево вот эти вот все штуки, сеточки, там, детские гиганты. Необычные, кстати, качели, вот мы с Лехой приметили. Это вот здесь такая вот история. Прикольно, сейчас мы смотрели, как мама качала там своего ребенка, то есть, напрягаясь, фигачила. И вроде бы в целом неплохо, эта история работает. Ну, очень клево сделана вот эта вот змея, она прям высокая, реально высокая, не знаю сколько, метров 5, наверное, 6 в высоту. Ну и там еще елка, и, насколько я знаю, в Нахабино, типа, раньше была у Вернова на площади, ставили эту елку, и все гости, которые приехали к нам из-за границы, собирались там, а в этом году, по-моему, все собирались здесь. Я видел только короткие видосы, когда под музло здесь какой-то творился невероятный трэш. Вот. Но, как и в любом городе России, Новый год принадлежит теперь, собственно, иностранцам, а не нам. Короче, мы зашли под эту великолепную крышу. Нет, Лех, не настолько. Потихонечку. О, здорово. Оп-пам-пам. Господи, как вас много тут. Привет. Всей толпой вышли. О, кстати, а ну включи-ка запись. Пишет? Давай-ка, пацаны, идите-ка сюда. Встретили чуваков, которые у нас борьбой занимаются с Нахабино. Парни, расскажите вообще, как вам эта площадка? Офигенно. Вот. Да, мне нравится тут ровно качаться. Да. Я сюда после школы хожу. Чем тут занимаетесь вообще на этой площадке? Качаемся. В смысле качаетесь? Ну, типа, на тренажерах? Да. На каких? На качели. Я подумал, на тех тренажерах просто. Они, по-моему, бесполезны абсолютно. Да, и никто на них вроде не качается. Никто не занимается? Да. Вот я про то же говорю, что эти тренажеры их ставят, я не знаю, для кого они абсолютно бесполезны. Это лавочки просто. Лавочки? Да, мы на них сидим просто. Мы еще никого ни разу не видели, чтобы там кто-то так прям занимался. Понятно. Ну вот, как это, детьми глаголит истина, собственно. Как я и говорил, абсолютно бесполезная история. Ладно, чуваки, спасибо, мы продолжим дальше. Кстати, вы не знаете, для чего вот эти полки могли быть сделаны? Не знаю, думаю, когда играем в прятки, мы туда. Когда играете в прятки. Ну, я не знаю, как здесь можно спрятаться. Я, мне кажется, тут точно не смогу поместиться даже. А про коэффициент полезного, то есть как используют... Место, блин, забываю все время, как это правильно называется. Сейчас прицеплю микрофон обратно. Леха говорит, а я не услышал. Детвора говорит, ну, сюда удобно пиво ставить. Они, говорит, видели, когда пацаны здесь постарше, видимо, тусуются. Этих-то чуваков я знаю, они борьбой здесь на Хабино занимаются, очень хорошие ребята. Короче, вот, про коэффициент полезного использования места. Вот это вот, оно идет по кругу всей вот этой вот конструкции. И у меня вопрос, что это? Объясните, пожалуйста. Ну, типа, полки для чего? Я не знаю, можно было бы сделать лавки. Да, вот снизу лавка, ну, чтобы можно было хотя бы сесть по всей длине. И тогда бы это еще какое-то имело, ну, сверху какую-то полку там для чего-то, ладно. Для чего все вот эти стеллажи? Хлеб продавать, я не знаю, непонятная история. Почта для Деда Мороза есть. Вот, можно, кто хорошо себя ведет, отправляет письмо, только крышку уже оторвали. Вот, так что ваши письма дошли, видимо, куда-то не туда. Пойдем, ладно, собственно, пацаны нам рассказали немного про качели. И, как мне кажется, это прям изюминка вот этого, собственно, пространства, которое здесь отбабахали и отстроили наша бравая администрация. Это вот эти вот качелины. Потому что... Собственно, все остальное, оно, ну, такая история. Блядь, скрипит уже все.
абсолютно бесполезные. А качели клевые. Вот, ну, что есть, то есть. Ну и в конце еще здесь есть пару гамаков. Я сюда залазить не буду, потому что, скорее всего, я потом оттуда уже не встану. Да и впадло мне немножко. Вот два гамака. Летом, наверное, идут просто битвы за эти места. А так, собственно, все. А хотя нифига, Лех, не все. Смотри, там еще есть сцена. Насколько было непонятно сделаны полки там, и насколько круто и понятно сделано здесь. То есть три яруса. Вот таких вот. Сейчас скользко, правда, зима. А вот таких вот, как это, полежать, посидеть. Такая типа сцена получается. А перед, здесь можно какие-то, не знаю, вечера проводить, классные тусовки для молодежи. Но я знаю, как это будет использоваться, скорее всего, в Нахабино. Здесь будет неплохо посидеть, побухать. Тут же парк, пожарить шашлычков и мяса. Так что подрастающее поколение. Я бы проводил, скорее всего, время именно так. Но вот за это место прям респект, клево. Спасибо вам большое. Спасибо. Сейчас мы как раз подснимем то место, про что я говорил, вот ярко выраженные ямы. Вон справа мы их сейчас объедем, конечно. Так, Лех, я руки твои. Не вижу ни хрена. Блин, зеркало, Лех. Короче, я не знаю, видно, не передает дырки, видно, Лех? Вот. И они повсюду. Вот опять, смотрите, видите, машинки объезжают перед нами. Оп, сейчас мы проскочили здесь. Слева от нас вот, и здесь вообще поток обычно в одну полосу должен идти. Но он получается в две, потому что посередине все в ямах. И ямы, я вам хочу сказать, глубиной, это, ну, мое почтение. Если хорошенько вбабахаться, можно себе что-то там расколоть. Как это работает и почему каждый год это вот происходит, я, блин, не понимаю. Не, если это везде в мире, и мы верим в сказки, что так только у нас, а в Европе все хорошо, ну, типа, расскажите, пожалуйста, ниже в комментариях. Будет интересно почитать. Короче, у нас такая вот небольшая прогулка по району получилась. Я прогулялся немножко по рынку, посмотрел, что там веселого. Там, как обычно, механ на перилах. Мясо в открытую, вот так лежит на воздухе, рыба также. Вот, то есть, ну, на районе ничего особо не меняется, дороги все такие же конченые, вот. Но я люблю свой город-герой Нахабино, он прекрасен. И надеюсь, сейчас, когда зеленушка пойдет уже весной, наверное, в мае, либо в июне, я сниму вообще целый такой фильм про Нахабино, про его историю. Если хватит сил, если Леха научится пользоваться, наконец, моей камерой, вот, не надо трясти Леха, и так тошнит себя. Вот. Соберу какую-то информацию интересную про район, сделаем кинчик, так что подписывайтесь, поддерживайте, будет очень круто. Вот, я сейчас, видите, потихонечку снимаю, сегодня заодно протестировали новую камеру, по свету, посмотрим. Но там, правда, Леха следил, вот, я ему помогал, конечно. Ну, посмотрим, что будет. Леха, спасибо тебе за помощь. Друзья, подписывайтесь. Ну и комментарии ваши, они очень важны. Ну, я хоть как-то мотивирую, поднимаю свою попу с дивана и иду что-то делать. Всем пока!